МКС. МКС. В прореху в облаках, ты представляешь? Всего на несколько секунд успеваю я его. Пятнадцать минут, 18:15 по Киеву, Харькове. Ай-яй-яй. Вот ты наш красавец, все. Утек. 21 марта 2021 год, Харьков. Ну, так получилось хоть несколько секунд МКС снять. Через полтора часа будет еще один пролет. Выйду, наверное, на улицу и постараюсь между облаков поймать. Его будет видно только с запада до зенита, и потом он уйдет в тень земли. Перестанет быть освещенным солнцем. Будем пытаться. Отлично.